самом деле могу сказать, что Гуф, конечно, чистая мразь, ну что делать. Ну, за это я уже не знаю, ладно. Не, я тебе говорю просто, ты видел Собчак интервью? У Басты произошло это взросление в музыке, он такой, знаешь, Трофим сейчас стал такой, что, блядь, шашлычок под коньячок. Какой-то, ну, в какой-то, блядь, машине ехал ебланской. Да? Я до этого момента не досмотрел. Я ему просто, когда он про меня там сказал, про коньячок, под, что я как Трофим стал, я, ну, во-первых, уважаю Трофима, конечно. Но мне было обидно. Задело тебя это вообще? Да. Я могу написать. А ты вообще как? Я могу сказать, что он мне написал. Хотите? Ну, расскажи, понятно. У нас переписка целая есть. Он у Собчак был в интервью и рассказывал это. Я оттуда с треском ушел, не хотели отпускать. Про Газголдер, гофнуть. Ты можешь присесть, это долго я буду. Выставили какие-то условия, на которые я не был согласен. Они не занимались мной. Единственный клип, который они сняли, на пол. Они просто прислали оператора с режиссером и все. Он поснимал, как я еду по городу. За этот клип у меня тоже вычли. Мне не понравилось отношение ко мне. Я думал, мной будут заниматься, как Вася, а там все крутилось вокруг него. Я почувствовал себя какой-то ненужной вещью. Подумал, что надо сваливать. Но мы улаживали по-другому этот вопрос, не с помощью юристов, с помощью братков. Я ему на это написал. Угу. Ну, все могут увидеть это, вот, мы с ним переписываемся. При а помощи... там сердечки, это что-то... Да, все, а я тебе расскажу дальше. Ну, ты старик, тут много... Я при помощи братков, Леш, напомню, что за тебя пришли качать брат твоей жены, а когда у них ничего не получилось, ты сказал, что пойдешь в милицию, потому что тебе страшно. Это тебе для достоверности в истории. Напоминалка. Про шашлычок круто, хотя я больше бургеры люблю. А он мне пишет дальше. Про милицию не помню, хотя какие мои годы. Да ладно, не гневайся. Мне и так уже чеченцы обзвонились по поводу хачухи. Люблю тебя, старина, без всяких. Я ему все взаимно. А он мне пишет, ну а как мне еще обратить на себя твое внимание? Я ему пишу, прислать Валентинку. И он мне прислал Валентинку. Вот такие. Спасибо. Вот рэперы.